Всем привет! Очередная посылочка из магазина GearBest в очередной раз доставлялась курьером новой почты ко мне домой. И в очередной раз, если здесь написано «квартира правильная, моя», то на местной наклейке уже, на местной накладной, почему-то указывает другой номер квартиры. Ну, это останется на совести новой почты сотрудников, которые это все переписывают. Не знаю. Или так сложно цифры переписать. Или в чем проблема. Так. Здесь у нас, ну, это лист доставки, как всегда, от GearBest. Здесь у нас вот такая вот микрофибровая тряпочка для робота-пылесоса. О роботе и пылесосе своем я расскажу попозже. Еще не все доехало, что я хотел бы показать. Вот так она выглядит. Во. Так что это мы пока отложим на некоторое время. И здесь вот такая вот картонка, которой... О, тут даже липучки. Не просто так. Вот такой вот алюминиевый коврик для мышки. Но просто так показывать коврик, это неинтересно. Недавно я специально для этого коврика, ну, для этого видео, заказал коврик от Xiaomi с магазина DeelXtreme. Вон он приехал. Я с него еще даже пленочку не снимал. Видите, тут на камеру, наверное, не видно будет пленка. О, вот так видно будет пленка еще на нем. И вот логотип Mi.com. Ну и здесь Mi. Ну и, собственно, а давайте с него пленку сниму. Как говорится, всем фанатам Xiaomi посвящается. А не скользит. Два алюминиевых коврика. Только один от Xiaomi с логотипом Mi. А второй No Name. Ссылочки на оба коврика будут в описании под видео. Можете пойти сравнить цены и подумать, зачем платить больше. Размер, как видите, одинаковый. Ну, тут если есть разница в пару миллиметров, то и то коврик от Xiaomi даже чуть проигрывает по размерам на пару миллиметров. Ну, я, собственно, кроме логотипа Mi и адреса сайта Mi.com, только обратная сторона отличается. Здесь серая резина, здесь вот черная такая вот поверхность. Вот так вот. Все. Ссылочки в описании под видео. Можете сходить посмотреть. Всем пока!